Дорогие друзья, вот я немножко оглашаю, начинаем сегодняшний наш концерт, так называемый. Дело в том, что мы вот с друзьями, вы знаете, так называемая махачкалинская музыкальная тусовка. Это молодые и не очень молодые исполнители, но все любители Битлз, мы решили объединиться и сделать вот такой легкий концерт. Мы его между собой называем битловский концерт. Да. Сегодня у нас живой звук, все фонограммы голосовые, знаете ли, я даже думаю, что это героизм. Давайте поаплодируем этот героизм. Давно такого не делали, да? Да. Пока я вот сейчас буду рассказывать эту историю небольшую, вот те, кто сидят очень далеко и захотят пересесть поближе, пожалуйста, вы можете переместиться, так что почувствуют локоть товарищей, почувствуют себя в одной команде вместе с нами. А дело в том, что когда мы затеяли эту вот концертную программу, выяснилось, что, оказывается, 33 года назад, 26 мая 1966 года, была написана песня «Yellow Submarine». Поэтому мы посвятили этот концерт вот этой песне, и идея вся концерта тоже называется «Желтая подводная лодка». И тут еще одна неожиданность. Буквально на днях мы узнали через интернет, что в этом концерте «Yellow Submarine» найдена какая-то ранее неизвестная песня. И сейчас в мире готовится большая акция такая, знаете, под названием «Биглениум». И в этой акции мы оказываемся первыми. То есть сейчас почувствуете себя законодателями шоу-бизнеса мирового масштаба. Мы первые в акции «Биглениум» и вы сами сейчас подскажете, почему это так. Мы приглашаем вас вместе с нами отправиться в волшебное путешествие с Битлз. Вместе с нами отправляется Ванати Али. Давайте поприветствуем свою Ванати Али. Вместе с нами отправляется Салим Мусаев. Вот мы сейчас. Так, ну, для путешествия, что нам нужно для путешествия? Если вам не нужно, так руками сделаем. Все, да, вот, 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 замечательно. А похлопать можно, я похлопаю. Все, договорились, вы будете море. Даже не будем море. Ну что, бабушка, если я вижу. Правильно? Давайте, давайте, махайте, что вы стоите. Или сидите. Так, вот там стоит наверху, крикните, ча, ча. Вот, вы будете чайки, понятно, да? Ча, ча, крикните. Во. Ладно, ты, о, зажег. Зажигалка, ты будешь маяк? Маякуй. Да. Вот так, маякуй вот так, чтоб горело. Во. Пока выключишь. Есть, да, у нас море есть? Море есть, значит, чайки есть. Есть, значит, маяк. Маяк, вот я вижу, маяк загорелся. Замечательно, теперь нам нужна лодка. Дайте лодку, пожалуйста. Лодку дайте нам, вот. Лодку, ух ты. Лодку. Вот дали лодку, да, есть. Вот это все лодка. Ну, экипаж, значит, так. Значит, я буду боцман, Халев будет юнга, так, юнга, а Ванати будет капитан. Да. Поддержали, поддержали. Итак, свистать всех наверх, боцман упал, отжался, давай. Затырь, я пока не чувствую. Да. Давай так, я буду капитан. А Ванати будет боцман. А я? А Халюк все равно будет юнгер. Ну что ж, все, все атрибуты у нас есть. Так, экипаж есть. 3, 2. Я жду, пока у нас свет выключится. 2, 1. И мы отправляемся в плавание. Капитан, отсюда воду! Юнга, говорите по-русски, здесь все свои. Капитан, наблюдаю за бортом бутылку. Как бутылка? Я знал, они ее найдут. Так, кем? Справа по борту. А, справа это не моя. Ну, чем мне интересно. Так, я... Ага. О. Так, и что здесь? Записка. Опа, записка. Так, всем найдена известная песня Битлз в ранее неизвестном исполнении. Так, все, так, нет. Господа, координаты... Черт, это с какой-то водой.
Так, видно только 33-я параллель. Что будем делать, Басман? Ну что, отправляемся в плавание. Эх, капитан, тряхнем стариной. Басман, ты что, здесь же юнка? Но плыть надо. Да, плыть надо. Капитан, а можно я с девушкой попрощаюсь, а? Так, дай вам увольнительный на 5 минут, чтобы через 5 секунд был день. Басман, пойдем проверим готовность субмарины и экипажа. Верно.